С этим доктором мы знакомы уже много лет, лет 10. Вместе работали по миздравовским программам, и если бы я не вышла из репродуктивного возраста, то обязательно свое здоровье, здоровье своего будущего ребенка доверила именно ему, профессору Арсену Аскеровичу Аскерову. Сегодня наша программа «Здоровье плюс» у него в гостях, и поговорим мы о том, как родить здорового ребенка. Конечно, идеально это планирование семьи. И здесь надо запомнить простые, наверное, две вещи. То, что положительно надо сделать обязательно, и то, что отрицательно, которое нужно исключить. Но для положительного надо сказать тоже, опять же, две простые вещи. Это хорошие половые клетки мужчины и женщины и полезные макро- и микроэлементы организма, которые будут будущим строительным материалом для будущего ребенка. Если отрицательно говорить вторую часть, то мы говорим о тех агентах, которые могут повлиять на будущего ребенка. Это, естественно, мы говорим о вирусах и бактериях и говорим о плохом соматическом здоровье самой женщины. Вот если просто представить схему планирования, то нужно вот в этих направлениях поработать нашим гражданам. Что, например, по поводу полезного, положительного? Это хорошие половые клетки. Мы говорим о хорошей яйцеклетке и хорошем сперматозоиде. То здесь, конечно, готовиться должны мужчина и женщина. Если говорим о мужчине, то есть мы говорим о оптимальном, хорошем качестве сперматозоидов, клеток, то в большинстве случаев она должна быть и количественной, и качественно быть хорошим. Для этого, естественно, у мужчины есть определенные показатели, они сдают в лабораторию эти анализы, спермограмму можно делать оценку, да, и если в этой спермограмме достаточно и по количеству сперматозоидов хорошее, и по качеству они очень подвижные, быстро не погибают, то это говорит о том, что все-таки хороший потенциал мужских клеток есть для зачатия и получения хорошего генетического материала. В отношении женщин мы все прекрасно знаем, что с начала менструации все женщины каждый месяц почти что теряют яйцеклетки. Да? Хотим или не хотим, вышла она замуж или не вышла замуж. Поэтому запас яйцеклеток рассчитан на достаточно определенный период времени, то есть до 50 лет, да, допустим. Но у большинства женщин в силу каких-то факторов и так далее, они начинают исчерпываться уже за 40 лет. Сегодня тенденция такая уже пошла. А когда молодые женщины хотят планировать беременность, то, конечно, у них есть запас яйцеклеток достаточно. Но нам хотелось бы, чтобы во время определенных циклических процессов в яичнике вышли именно более оптимальные яйцеклетки. Мы рекомендуем, и классически такое было даже в гинекологии, это до зачатия. За 3 месяца или за пару месяцев, даем отдохнуть яичнику путем хороших ультрасовременных контрацептивных препаратов гормональных. Многие женщины, конечно, боятся, гормонофобия есть. Конечно, они были правы, потому что они вызывали прибавку в весе, изменение аппетита и так далее. Побочные эффекты были. Сейчас же ультрасовременный гораздо лучше, наоборот, помогает женщине более комфортно жить, настроение поднимает. Уже на уровне науки доказали, что депрессия или плаксивость или другие какие-то состояния апатичные при приеме ультрасовременных препаратов, наоборот, лучше становится. И это, так сказать, косвенные эффекты этих хороших гормональных препаратов. А прямые эффекты, естественно, яичник отдыхает, готовится к зачатию. И после отмены этих гормональных препаратов яичник максимально, оптимально, хорошо выбрасывает хорошую яйцеклетку, которая будет тоже хорошим основанием, фундаментом для хорошего зародыша. Медики многие говорят такой термин, как индекс здоровья. Да, действительно, у нас в регионах индекс здоровья изменился, он отличается от, естественно, по десятилетиям, даже вот последние десятилетия у нас мы видим, что
происходят изменения на молекулярном уровне, происходят изменения на клеточном уровне. И вот у мужчин, например, меньше количество становится сперматозоидов. А если даже количество нормальное, то качество плохое, то есть они быстро погибают через 3 часа или через 6 часов. Хотя нам нужна очень оптимальная подвижность этих сперматозоидов. Да? Или наоборот, у девочек или девушек, да, у них как раз таки эта яйцеклетка не выходит. В силу связанной даже и не чисто глубокими какими-то эндокринными болезнями, а функциональными нервными стрессами или перенагрузкой, нервным напряжением. И бывают эпизоды за весь год, у них бывает пару случаев, когда не выходит половая клетка и не происходит зачатие, или выходит половая клетка, которая истощена, и при зачатии она может в последующем давать какие-то и нарушения, может быть, и не генетические, но какие-то нарушения во время беременности. Поэтому мы говорим, что изменения индекса здоровья есть в регионах. Молодые люди должны поддержать свое здоровье, то есть вести здоровый образ жизни, провести обследование качественное, компетентное у медиков. И не надо, конечно, проводить повально такое необоснованное исследование, которое затратное. Наши граждане скажут, что это затратное. Поэтому с учетом экономической ситуации, с учетом самых прямых показаний, нужно делать обследование. И мы видим при обследовании, что надо действительно помогать супружеской паре. Не только в отношении уничтожения агентов, которые могут повлиять, вирусов или бактерий, но и помогать в отношении функции органов, там, половых органов, например, тех же половых желез, да, где основной завод половых клеток, откуда мы будем получать основной генетический материал будущего малыша. Поэтому мы рекомендуем, чтобы мужчина действительно делал подготовку, так сказать, предзачатную, да. Почему мы еще говорим о важности микроэлементов? У нас многие нейросистемы, которые закладываются у зародыша в первые месяцы, в первые 3 месяца, они зависимы от хорошего баланса микроэлементов, йода, цинка, калия, кальция и так далее, да, витаминных группов и так далее. И когда происходит их недостаток, конечно, это отражается на органогенез, и в результате появляются врожденные пороки развития малыша. Любой родитель, будучи, не хочет, чтобы его плод, который был зачат, в последующем родился с какими-то пороками развития или больным ребенком. Поэтому очень важно молодым людям предлагать, чтобы была хорошая подготовка, питание хорошее, здоровый образ жизни, активный образ жизни и, естественно, исключение тех негативных агентов, которые могут повлиять. Бактерии, вирусы и, может быть, есть у некоторых женщин соматическая болезнь, которая будет влиять на течение беременности. Ну, сахарный диабет, допустим, да, или кровь проблемная, заболевание крови есть, или, например, заболевание сердца. То есть эта женщина, когда будут какие-то нагрузки во время беременности, а какие могут быть нагрузки, мы знаем, что появляется новый, третий круг кровообращения у женщины. Если у нормальных людей, не беременных, есть 2 круга, малый и большой круг, то у беременной появляется еще третий, как маточно-плацентарный, да? Вот этот маточно-плацентарный, он и по количеству начинает менять организм, то есть добавляется 3 с лишним литра крови, по качеству, то есть клетки начинают, эритроциты больше потребляться, препараты железа, микроэлементы самим плодом, и в результате женщина сама испытывает дефицит в своем организме. Поэтому и не только мы говорим изменить препараты давать, да, для женщин, но мы говорим изменить еще и образ питания. То есть не традиционно 5-4 раза, а может быть 7 раз, 6 раз надо питаться беременной женщине. Далее, конечно, рекомендации медиков полезны в отношении, например, не всех продуктов, и мы однообразно кушаем. У нас есть так называемая пирамида питания, да, где нужно качественно делать состав питания. К сожалению, и дома мы не можем это сделать, и в состоянии небеременности многие не придерживаются правильного питания. Да? Поэтому важно, чтобы женщина получала
качественный состав хороший, рыба, мясо, яйца, зелень и так далее, где источники являются хороших микроэлементов. А микроэлемент — это хороший стройматериал для особенно важных органов системы зародыша. Нервная система, закладки, сердечные сосуды, сердце, вот камеры сердца, чтобы полноценно сформировались, клапаны, чтобы сформировались полноценно. Кроме этого, кишечник, желудочно-кишечный тракт, печень, чтобы плода функционировала достаточно. Если, например, проблема питания у женщины, она может отразиться на функцию печени плода. Поэтому все отражается на состоянии плода. Рекомендации поэтому: надо научиться правильно питать. Новая культура питания должна быть и до зачатия, и после зачатия. Важно помнить, что на результат влияет не только ваше планирование, влияет и также какие-то факторы во время беременности, которые могут повлиять на течение самой беременности и могут спровоцировать возникновение осложнений. Естественно, в первую очередь мы говорим об опасных агентах. В период пандемии это, естественно, вирусные, острые респираторные вирусные инфекции, в том числе и ковидная инфекция, коронавирусный вирус, да. И на сегодняшний день актуальным стало проводить тестирование женщин, особенно которые являются более уязвимыми. Наука доказывает, что беременные становятся более уязвимыми. Конечно, большая часть болеет более умеренной степени течения болезни коронавирусной, но если она заболеет, то может перенести и также и тяжелые формы, да? Вот поэтому тестирование мы проводим в нашем центре, проводим экспресс-тестирование уже на ранних этапах. Если мы ожидали раньше разгар болезни коронавирусной, то сейчас мы делаем, есть спокойные экспресс-тесты, которые на антигенах основаны и выявляют уже в период окна, не то что даже и в начале болезни. Да? То есть это, как говорится, достижение медицинской технологии позволяет заранее диагностировать, есть ли начало этой болезни или инкубационный период этой болезни. Да? Важно также еще не забывать наши другие традиционные исследуемые вирусные инфекции, как ВИЧ, тоже проводим тестирование, другие урогенитальные инфекции и так далее. Это мы, конечно, смотрим. Это проложено в рекомендациях, протоколах и стандартах. Есть и другие факторы риска, как, естественно, в последнее время стало, это метаболический синдром, ожирение, гиподинамия. Это тоже женщинам в силу своего стиля жизни, образа жизни, профессиональной деятельности и так далее, они начинают менять и почаще подвержены, и могут забеременеть, конечно, на таком фоне. Это женщины с ожирением и метаболическим синдромом. Или наоборот, женщины кахексичные, имеющие даже элементарную недостаточность, тогда, если наступает беременность, это может повлиять на плод, на течение беременности. У них чаще бывает проблема с гармонизацией плаценты. У нас есть, называется, плацента, болезнь плаценты при эклампсии. Вот у таких женщин могут появиться. Также есть вредные факторы, естественно, это внешняя среда. Мы рекомендуем активный более образ жизни. И вот когда мы говорим о свежем воздухе и так далее, возможно, прямого влияния нету, например, загрязнение воздуха. И мы проведем, если исследование этого загрязнения воздуха, то увидим определенных агентов химических, да, тяжелые металлы, некоторые йоды, некоторые соли могут повлиять. Но прямого, быстро такого действующего эффекта мы не получим. Это реализация таких факторов риска может быть при длительном влиянии. То есть если женщина находится все время под влиянием этих вредных факторов, загрязненный воздух, то, конечно, это может посредственно через другую патологию. Например, какую через другую патологию? Ну, анемия может возникнуть, да, в силу плохого усвоения. То есть анемия зависит не только от питания и от добавления препаратов в железо, но и от того, что
легкие как работают, оксигенация, да, допустим, или ковидные инфекции переболели, и остались у нее остаточные явления. В результате вот насыщение крови кислородом недостаточно. Это приводит к накоплению каких-то свободных радикалов в организме беременной женщины. А если свободные радикалы больше появляются в организме, то у женщин, например, нереализованы были какие-то проблемы, ну, например, болезни печени или преэклампсия, она может рано появиться, спровоцироваться. То есть прямого влияния каких-то загрязнений воздуха мы не можем сказать, но опосредованно, то есть через накопление каких-то вредных веществ в организме, микрочастиц, свободных радикалов, возможно появление другой патологии беременности. Сегодня женщины, конечно, предпочитают более безболезненные роды, роды без страха, роды в комфорте, в чистоте, в тепле. И это действительно это право, это даже необходимые условия для проведения родов. Конечно, у нас родильные дома не соответствуют стандартам такого, да, но стараются это сделать. То есть, к сожалению, в период пандемии вот это участие партнеров, членов семьи в родах ограничилось настолько, и это повлияло тоже негативно на... Пока еще научные исследования не сделали, но, наверное, я считаю, я предполагаю, что чаще стали роды патологичными, может быть, чуть-чуть больше крови, тонус матки после родов плохо стало сокращаться и так далее. То есть я предполагаю, детки чуть-чуть, может быть, с оценкой по Апгар меньше родились, но это предположение. Потому что до периода пандемии влияние партнеров, членов семьи доказала наука, что она... При таком компоненте роды чаще лучше проходят, благоприятнее проходят. Дети рождаются с лучшим Апгаром, меньше крови теряется после родов, матка в тонус чаще лучше приходит, да? Хорошо сокращается. Прибавка молока, приход молока, да? Или насыщение молоком ребенка более лучше. То есть такие были научные исследования, которые показывали положительный эффект от участия партнеров. По поводу обезболивания, на сегодняшний день технология медицины настолько пошла вперед, что предпочитают перидуральное обезболивание в родах использовать. Но это в тех роддомах, где хорошие профессионалы-анестезиологи, хорошее качество этих наборов и анестетиков, тогда можно этим использовать. В основном из-за причины самой женщины, то есть анатомически могут быть изменения, таз узкий, например, роды у нас затягиваются или крупный плод. Из-за неправильного питания или, может быть, из-за каких-то пищевых добавок у нас детки все равно больше стали весить. Макросомия, да, научно называют тенденцией к макросомии. Тогда, конечно, крупный плод плохо проходит, плохо рождается. И женщины предпочитают, уже в родах даже не предпочитают, и доктора уже говорят, что, скорее всего, в интересах малыша надо заканчивать операцию кесарево сечения. То есть есть такая тенденция увеличения кесарево сечения. Да? Так называемый принцип «самые ценные тысячи дней». Тысячи дней — это имеется в виду момент зачатия 9 месяцев, первый год жизни и второй год жизни. Итого всего, вы представляете, каждый год по 365 дней и 9 месяцев всей беременности, 270 дней. В сумме это и есть полезные, важные тысячи дней ребенка. То есть получается, мы не должны только работать в первом серии этих важных 3000 дней, 270 дней. Надо еще работать, ох, как много, на эти 700 дней оставшие. То есть первый год жизни, второй год жизни. И есть хорошие рекомендации, и интернет-источники, и медработники более обученные. Что нужно делать семейным парам для того, чтобы не упустить полезные рекомендации, да? Ну, в первый год жизни обязательно, это очень хороший акцент в первые 6 месяцев на грудной скарлинг. Надо не только самой женщине заниматься, но и членам семьи заниматься, чтобы достаточный прилив молока, качественное молоко, грудное молоко было. Для этого, естественно, хорошее питание, хорошая среда в доме, теплота, дружба, дружелюбные отношения с членами семьи, никаких стрессовых особых ситуаций, да.
И, естественно, прикорм, как правильно нужно делать после 6 месяцев или на 5 месяц, когда вы замечаете, что нужно, да, какие рефлексы появляются у малыша, что нужно давать. То есть не только это считать прерогативой педиатров или детских психологов, все должны учиться этим знаниям и использовать его на практике. И есть прекрасная пирамида питания, опять же, для родильниц, которые после родов родили, какое должно быть питание по качеству и по количеству. Для детей раннего возраста какое питание должно быть, какой должно быть режим дня, как мы должны с ними играть, как с ними должны общаться. Я думаю, эти рекомендации можно посвятить отдельной передаче, но ни в коем случае не забывать вот эти полезных тысячи дней. На здоровье матери и малыша в Кыргызстане у нас работают целые институты материнства. Охраны здоровья матери и ребенка, государство заботится о своих гражданах. Но как важно, чтобы и мы с вами не забывали, что именно от нас самих зависит счастье в нашем доме, здоровье наших близких и родных.